Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, пацаны, всем привет, с вами Кирилл, вы на моем канале, сегодня будет новое видео на проекте Родина Ролеплей. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под этим видео, поэтому заходите, смотрите, не забывайте увидеть по них при регистрации, также можете увидеть по промокод. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите играть на Родину, я здесь частенько играю, также хочу делать стримы, пока что нету времени, поэтому снимать для вас интересные видосы. Давайте постараемся на этом ролике набрать как минимум 100 лайков, я знаю то, что если вы заходите, вы сможете набрать столько лайков, поэтому не ленитесь, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Короче, я, пацаны, сегодня такой лежу, ебать, отдыхаю в своей охуенной квартирке, в принципе, смотрю на Арзамас и подумал, почему бы нам, пацаны, не давать на чай нормальную такую сумму именно людям, которые там работают на автобусе, в такси. То есть, я там буду искать таксиста либо автобусника, буду к нему садиться, он якобы будет меня куда-то везти, и потом я ему буду давать денежку. Я, конечно, не буду давать по миллиону, потому что у меня всего лям 500. Я буду там давать по 200, по 300 тысяч и просто будем смотреть реакцию этих людей. Я думаю, то, что видео получится очень интересное. Я на это надеюсь, потому что я бы как бы не снимал бы такое видео, если бы я не был уверен в том, то, что оно будет крутое. Поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал. Но сначала мне надо скин положить, кстати, потому что ну сильно палевно будет, если я буду в этом скине бегать. Типа, он будет думать, что какой-то мажор просто, знаете. Так, а где тут шкаф у нас есть? Так, шкаф. Так, аксессуары. Вешалка. Вот, давайте я положу. Так, переодеться. А как мне его в шкаф положить? Что-то я нихуя не понял, потому что, бля, в этом скине сильно палевно будет, понимаете? Как, сука, его положить, блядь, ебаный в рот? Мини-бар есть? А где он, блядь? Стоп, ебать, что за наебалово? Где мини-бар, сука? Здесь, блядь? Где этот мини-бар, блядь? Пишет, что есть, блядь. Где ты, сука? А ну, бля, я хочу нахуяриться, блядь. В говно, блядь. Где мини-бар, сука? Признавайтесь, блядь. А ну, блядь, меня что, наебали, сука? Так, мини-бар тут есть? Он мини-бар. Так, газировка, водка, ебать. О, в доме нет продуктов, купить их можно в ближайшем. Сука, блядь, должно быть все включено. All inclusive, блядь, ебаный насос, блядь. Я не понял, что за хуйня. Как этот скин ебучий положить, блядь? Короче, пацаны, мне выдали скин админы, большое вам спасибо. Так, он у нас, получается, едет в Батырево, да? Так, Арзамас Батырево. Сейчас надо быстро как-то телепортироваться. Так, по карте, блядь, быстрее. Так, он едет, где он едет? Подождите, я запутался. Где он едет? Он едет... Так, вот. Так, все, я к нему выбежал. Сейчас пробуем к нему сесть, просто вместе с ним поехать, получается. И я ему дам деньги. Главное, чтобы он сейчас не развернулся никуда. Так, отлично, будем сейчас просто с ним сидеть. Давайте посмотрим, что он вообще из себя представляет. 86 ID. Ну, это второй уровень, у него 64 тысячи, в принципе, и все. Больше у него ничего нету. В итоге я ему передал уже 350 тысяч, но он написал, типа, за что, и все. Больше реакции от него никакой нету. Я думал, он хотя бы просто там, ну, блядь, не знаю, что-то поинтереснее хотя бы скажет. Просто уходим вот так вот, просто уходим, и все. Димон, короче, меня что вообще не порадовал. Вот это реально, пацаны, сейчас будет интересно, потому что у него есть голосовой чат. И давайте я ему сейчас просто кину трейд 264, да? Вот, ему кидаем трейд, и просто ему сейчас дадим там 300 тысяч, например, да? Давайте вот 300 тысяч его даем, нажимаем, оп, пусть он соглашение свое дает. Так, а что он сделал, подождите? Он отказался, типа, или что? Так, я не понял, давайте еще раз ему трейд кинем. Так, он будет отказываться, да, по идее? Походу, да. Так, я ему 300 тысяч кидаю. Как бы я согласен поменяться. А он, походу, не понимает, что надо нажимать, да? Да, он, походу, не понимает, что надо нажимать. Надо нажимать эту кнопку, короче, он, походу, не шарит. Во, пацаны, сейчас обмен будет. Все, я ему 300 тысяч дал. Так, он ничего не говорит. Ну, бля, ладно, он хотя бы спасибо сказал, в принципе. Это уже хорошо. Ну, блин, я хочу реакции, знаете, охуенный такой. Жалко, у меня денег много нету. Мне кажется, если бы я дал по 5 лямов, то реакция была бы поинтереснее. Поэтому, пацаны, если вы на этом видео наберете 100 лайков, то я следующий час запишу, где буду давать там по ляму. По 5 лямов. Поэтому ставьте лайки, пацаны, и подписывайтесь на канал. Вы серьезно не знаете, где Батырево? Они типа бабки, да, фармят? Уже 13 тысяч, прикинь, короче, проехали. Уже 14, блядь. 14, дядь, направо. Пацаны такие интересы, да? Голосовым чатом еще. Бать, у них тут тариф, ёбнутый. Смотрите, какой тариф у них, ебанутый просто. Ну, сделаем вид, короче, что мы до военкомата едем. На самом деле, блядь, вообще похуй. Короче, что делают пацаны? Пацаны сейчас берут, получается, создают новый аккаунт. И с помощью этого...
багают деньги. Я не знаю, сейчас как бы... Прямо и направо, да? Ну, сейчас налево получается, потом до конца, потом короче, и там будет ВЧ. Блять, ну, типа, я не знаю, пацаны, типа, можно ли такое делать, то, что они, типа, бабки так фармят? Это, конечно, такое себе, пацаны, такое себе. А, типа, за это не банят, то, что, типа, бабки фармите? Мы не фармим бабки, мы просто ездим, катаемся. Давайте я сейчас с них прикольнусь, я их телепортирую, короче, и скажу то, что и бан. Давайте в натуре, сейчас я с них прикольнусь, короче. Так, а какой у них там ID был? Так, спаун. Все, видите, у меня скин теперь этот. Я сейчас маску одену и с них приколюсь, пацаны. Вот это жестко будет. Ай, блядь. А если окажется, что я не виноват, то что вы не будете? Вы будете возмещать это? Ладно, я шучу, это я тот чувак, который с вами в такси ехал. Ай, просто решился вас поорать. Ой, я не смог удержаться, чтобы с вами поприкалаться. Ладно, куда тебя заспавнить? Ой, это сильно было. Жалко нету фейк команды для бана, я хотел бы посмотреть твою реакцию. Офигеть, ты чуть не умер, блядь. Я думаю, блин, дайте тебе бан на 30 дней, типа, потом разбанить, потом думаю, блядь, а если ты в игру обратно не зайдешь потом? Так, сейчас следующего чувака, короче, Dead Harris 22. Ты чё, блядь, сука, ты охуел? Верни, сука, назад, блядь, я там с чем подружился, ты, блядь, собака, нахуй. Отпусти, на каком основании? Как я могу багать деньги, если у меня 50 баксов, дядя? У меня нету такси, как я могу багать деньги, алё? Да, хуярь. Я не создаю новые аккаунты, это мой второй аккаунт, я с чистого листа все начал. Куда ты меня друга спиздил? Охуел, блядь, пусти. Пусти, дядя. Что это за ID? Второй раз его вижу. Ну, второй раз, не первый. Ты не понял, кто я? Ты кто? Тот, кто с вами садился в такси, помнишь, в таком же скине, как у тебя? Прапса нету, все. Отпускай. Отпускай. Давайте ему по приколу бан выдадим. Так, а ну, ебать он наглый, конечно, пацан. Сейчас с него приколимся, хорошо. Отпусти, Иван, помоги. Так, копируем его ник, короче. Иванушка. Прикололся с него. Так, сейчас я его разбаню, так. Если что, я прикалываюсь, так что нормально все, я его разбанил. О, привет! Да иди нахуй. Классно, понравилось? А как же такси? Не убежишь. Да ты заебал. Давайте его на крышу сейчас закинем, короче. Опа! Бля, ты крыса. Я спрыгну. Дайте 2 секунды на раздумье. Бля. Что-то не получается, братан. Так, я тебе даю выбор. Либо ты даешь мне 100 тысяч миллиардов, либо я падаю. Ну ты летчик-испытатель, конечно. О, дружище, здорово, садись. Какая встреча, Ива. Так, спаун, 919 ID. Пацаны, вообще серия была в суть в другом, но я начал уже просто, блядь, хуйней страдать. Так, выйти в подвал, спуститься в подземный паркинг. Ага, в подъезд выйдем сейчас на крышу. Так, 919, да, иди. Ебать, пацаны, хули вы за мной бегаете, заебали нахуй. Слышь, девочка, ты сам за нами тут бегаешь, блядь. Верни такси на место, ля. Разъебывайтесь сами. Пацанов позвать, блядь. Ебать, мне не авантюру предлагают. Ебать, вы мне авантюру предлагаете, пацаны. Типа, мне скидки на 1 рубль меньше, дядя. Так, давайте, типа, 200 тысяч дам, бля, все бабки сейчас проебу. Не, ну ты все равно девочка, как бы, поэтому все, пока. Бля, ну пацаны, видос получился вообще очень странный максимально. Потому что я изначально хотел делать одно, в итоге получилось второе, третье, десятое. Но надеюсь, то, что видео вам понравилось, потому что оно было максимально веселое, классное. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.